прикольно, наверное, видон. Да, второй панорамный дом, да, два страшных человека. Мальчик и девочка, они вытащились. Ну, я их снимаю. Ты снимаешь, что ли? Да. Нет? Да, по-моему, они тебя спалили. Да нет. Да. Камеру, чтобы памяти хватит. Йоу, всем привет, ребята! Здорово. Мы с Денисом собираемся ехать уже. Как и планировался наш влог, все в силе. Вот Денис уже собирается. Нет, на самом деле мы едем в субботу, сегодня только вторник. Но мы уже делаем список, что купить надо. Вот, мы будем делать свинину, маринованную в луковицах и в соли с перцем. Спойлер такой. Еще возьмем хлеба. И картошки. Картошку мы планируем сделать фри, короче, в казанке. Да, в Казани. Сделаем на костре, я думаю, будет пиздато. Да, я тоже так думаю. И еще, если нам удастся словить рыбу, мы не будем говорить, каким способом мы сейчас будем ловить рыбу. Нет, мы возьмем две зимние удочки, две поплавочечки. И попробуем на них ловить. Но у нас еще есть одно секретное оружие, которое мы предлагали одному из блогеров. Но он как-то проигнорировал данное такое предложение. В общем... Сейчас мы вот написали список, еще сейчас напишем, что взять с дома. И я думаю, мы сейчас будем выдвигаться. Мы сегодня решили провести как-то день интересно. И поэтому мы зайдем, купим поплавочные удочки. Там небольшие грузики. Допиши еще штабак и уголь. Да. Возьмем еще, в общем, да. Ну, соберем рыбацкое мундирование. И возьмем еще кальян. А мы берем нанотек. Наносмог. Ну, в общем, вот у нас еще такой спойлер, кальян будет. Мы все-таки не уходим полностью от темы кальяна. А что, покурить кальян на природе тоже хорошо. Ну, да. Просто мы проповедуем кальян. А какой вкус возьмем? Может, закажем на сайте, пока есть время? Двойной виноград. Потому что мы его не курили, помнишь, когда мы его курили? И лайм мармеладовый. Щербет. Аргелини? Нет, щербет мармеладовый. Два? Сколько он стоит? А он можно его на сайте за 40 заказать, щербет. Давай зайдем, сейчас посмотрим. Давай. Или вот, стой, вот ноут. На. А, так точно. Заходи. И смотри, сколько стоит стартнал. Я не знаю, в пачке. А, не есть в пачке уже. Есть же в пачке, да, стартнал? Табак. Украина. Ну да, в пачках есть. Купить Украину. Вот, в общем, сейчас мы выбираем табак. Недорого в Украине, вон, старт на. Сейчас посмотрим, двойной виноград, главное, чтобы был в наличии. Ледяная груша. Груша, виноград. 43 виноград. Гривны, да ладно. Да, тут дешевле, надо вообще заранее заказывать. Короче, да, слушай, подожди, не листай, ты пропустил, по-моему, вверх. Не, тут не. Не, давай. Ледяное яблоко. Ой, бля. Стой, да, не спеши так. Ага, походу в пачечках нет такого. Бля, тут 180 гривен тратить на банку. Хотя это очень дешево. Ну, это и много табака будет. И дешево. Так её такие речи будет. Сколько грамм там в пачке? А, не, ну вон, там есть и такие пачки. Давай. 200 грамм, братан, так это же, ну, нормально. Это 4 пачки. Да. Киви. Был там двойной виноград? Не, вроде не было. Давай ниже. Вон, стой. Вот. 180 гривен, 200 грамм. Не в наличии. Бля. А ну стой, ниже листай. Вот этот пизда, ты понял вкус тоже? А, такой себе он. Ну не прикольный, зашел? Он прикольный, но нет, мне не сказал. Лаймовый пирог мы курили. Нету наличия, тут нихуя нема, давай на другой сайт. Давай. В общем, ребята, короче, вот нет уже табака в наличии, сейчас мы ищем. Мы хотим взять двойной виноград, потому что он был очень вкусный. Да, мы видос записывали, кстати. Да, был, по-моему, видос с двойнушечкой. А ну вот, смотри, тут есть что-то. 55 гривен, правда, тут уже. Ну не по 70. Продано все, типа. Блять, все продано. Two hours later. Давай искать. Нет. Кстати, все говорят, что сортнал это хуйня. А его купить? А его купить нереально. Не, ну да, говорят. Не, ну его просто не курят. Он как-то не зашел где-то у нас. Так особо не зашел. Ну, мне на самом деле понравилось. Спустя 20 минут. Сортнал, розовый лимонад. Ебать, знаешь, как называется вот этот справа самый? Свежевыжатая свежесть. Свежевыжатая свежесть. Ебать, даже надо было такое придумать. В общем, короче, кепско иди.